Всем привет, с вами Поля. Сегодня я хочу вам рассказать еще об одном веб-ресурсе, где художники могут заработать себе денег. То есть это такая торговая площадка, где продаются печатные копии, ну то есть печатные на холсте копии различных картин. На многих онлайн-арт-галереях есть такая функция. Художники могут не продавать, ну или продать, конечно же, оригинал своей картины, но также могут продавать печатные копии, загружая их в цифровом виде, и площадки арт-галереи сами выполняют печать на холсте и на других материалах, в зависимости от того, какой есть выбор материалов в арт-галерее и какой материал выберет покупатель. Сегодня мы с вами говорим про iCanvas.com. Там посещаемость 1 миллион 440 тысяч в месяц, и посещаемость постепенно растет. Больше всего там посетителей США 84,58, Канада 3,33, чуть больше 2% Соединенное Королевство, Австралия 0,83 и Бразилия 0,69%. Мне кажется, там в большей степени покупатели, и в принципе, я думаю, что покупателей там достаточно. Но для того, чтобы предоставить свою работу, нужно отправить ссылку на портфолио, на email, который указан у них на сайте. Я думаю, что попробовать свои силы обязательно надо, потому что, на мой взгляд, эта площадка достаточно перспективная. Возможно, что там печатают не только картины на холстах, по-моему, там есть и открытки, и различная такого рода печатная продукция, но в основе, конечно, лежит цифровое изображение, которое предоставляют авторы. Пишите, пожалуйста, в комментариях, сотрудничаете ли вы с этой площадкой, был ли у вас и есть какой-то опыт. Очень интересно узнать, вообще работает ли кто-то там из наших людей, потому что в пятерку лидеров СНГ не входит. Благодарю всех за просмотр, с вами была Поля, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки, всем пока!